Любовь к спорту в снежных скульптурах выразили жители Нарьинмара. В преддверии официального праздника всех влюбленных на площади Марацци провели снежную акцию. 26 команд приняли участие в лепке снеговиков. Задача участников акции – показать горячую любовь с помощью холодного снега. В этом году все снеговики на площади влюблены в спорт, а именно в Олимпийские игры. В дни проведения Олимпиады другой актуальной темы просто быть не может. Надеемся, что наш творческий порыв, тепло сердец участников, которые сегодня здесь собрались на площади, поддержит наших блестящих спортсменов, подарит им новые успехи. Каким будет снеговик, в каждой команде решили самостоятельно. Для оформления скульптуры организаторы разрешили использовать различные подручные предметы. На акцию участники пришли уже подготовленными, вооружившись лопатами, ведрами, красками с кисточками, а самое главное – отличным расположением духа. У нас вчера в школе все собирались и с родителями обсуждали. Да. Что будем делать? Техника лепки у каждой команды особая. Одни придерживаются традиционной формы из комов, другие словно из камня ваяют скульптуры, а третьи и вовсе строят снеговика на каркасе. Мы не знали, как бы что делать, как лепить. Но потом придумали, мы лопатами так сделали, что-то типа пьедестала, а потом ком и постоянно воду таскали. На площади воспитанники детских садов, школьники, студенты и известные в городе люди. Всех объединило одно – хорошее настроение и, конечно же, любовь к спорту. Как выяснилось, самые популярные виды среди участников акции – кёрлинг, лыжные гонки и фигурное катание. Именно этим занимаются большинство снеговиков на площади. Мы лепим чемпионов наших. Фигурное катание. Медведь с зайцем. Золотой медалью. Молодцы наши чемпионы, потому что так. Мы решили посвятить фигурному катанию. Мы выбрали кёрлинг. Я вижу, что многие здесь им увлечены. Но так как для северян ближе лыжи, а кёрлинг немало известен, поэтому мы решили углубиться в кёрлинг. Вот. А так как все-таки Олимпиада проходит у нас в Сочи, летний город. Ну, наши красавицы больше из Сочи, чем из Нарьинмара. Мы хотим слепить сегодня олимпийского мишку. Идея была у нас общая. Просто мы хотели как-то отличиться, подумали, потому что все будут лепить снеговика. Появилась такая идея слепить мишку. По традиции всех снеговиков выстроили в одной композиции. В самом центре города теперь бьется сердце, наполненное любовью к спорту. Снежные скульптуры будут украшать площадь Марацци до конца февраля. Екатерина Гончарова, Владислав Носкин, телеканал «Север».